Просвещение, правовая помощь, повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей МКД ТСЖ ЖСК и активных граждан Советского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Очень полезные курсы, помогают в жизни председателя. В этом году спасибо, что проводят опять такие курсы, то есть что-то новое узнаем. Также вопросы, которые можно задать напрямую, хотя бы без записи. Так что мне очень нравится, то есть второй год я посещаю, и я считаю, что польза от этого есть. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на все вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС-ЖКХ. Сейчас это очень актуально. ГИС-ЖКХ – ведущая программа, в которой фактически все есть. И она еженедельно обновляется, что самое важное, дорабатывается, вносятся корректировки, замечания людей, предложения, пожелания о той информации, которая должна там находиться. В Советском районе областного центра 1166 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Часть из них уже освоили программу ГИС-ЖКХ. Помимо знаний об изменениях в электронной платформе, люди могут напрямую задать вопросы депутатам, которые также присутствуют на подобных встречах. Самый актуальный из них – закон о тишине. Народные избранники, в частности, разъясняют, какие нормы относятся к федеральному законодательству, а какие – к закону Самарской области. Почему этот вопрос о тишине? Закон о тишине возник, потому что на приемах очень часто люди приходят, шумят соседи, там драка во дворе и так далее, и так далее. Вот чтобы у людей было полное понимание, кто, куда обращаться и кто, значит, отвечает за тот или иной вопрос. Так что это важно, интересно людям и задают вопросы. То есть, информация, очень необходимая. Напомним, освоить новую программу председателям помогают в ресурсных центрах. В Советском районе их 5. Они расположены на территории ТОСов. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.